Классных будет. Будет. Вот так? Да. Охуеть. Глянь, как прикольно, а? Было. Было, да. Отсюдал. Холодный. Фара-то яовская у тебя. Хорошая. Неплохая. Работает она. Очень сильно светит. В прошлом году проверяли. Там горит же на панели. Такая пидорача. Да, шестая. Шестая. Повышенная. А у меня третья. Володя. Ау-ау. Что? Не въебусь я с него. Не должен, братулец, он покорный. Он покорный очень, послушный. Ты дай понять, что ты превалируешь над ним. О, все. Он тебя понял, не будет теперь свое я показывать. Ой, братулец, ты можешь даже по луже поехать. Не проеду. Не сможешь? Это ж китайский мопед. Ну попробуй, братулец-то. Проехал. Я тоже. А я еще уходил в отрыв. Соточку, наверное, валил. У тебя завилка заклинила. О, все. Ну да, там, я помню, там, мы, лед. Там лед и скользко, да? Я сейчас, ребят, еду, я еду, думаю, со всеми советуюсь, как же видос-то назвать? И аватарочку какую поставить? Прям не знаю. Не оторвется, братулец. Она крепкая, из риса сделанная. У тебя вилочка заклинила, братулец. Что, опять? Не, все нормально. Если зубами не клацаешь, значит не заклинила. Я на дорогу-то не смотрю. На Дениса все еду. Ориентируюсь, поем. У нас же тут две колеи. Ой! Володя! А? Снова препятствие. Что же нам делать? Может, вернемся? Да, мы здесь не проедем. Я здесь постою, а ты едь. Ой, как же нам быть? Володя, смотри! Давай, братулец, пошел!
Я тоже. Ты видел, я смог проехать. Да, братулец. Я не буду, братулец. Насрата. Точно? Точно. Давай вернемся. Не, я так видел, я уверенный. Я не буду проверять, я уверенный. У тебя приклинила вилочка, братулец. О, свалочку сделал кто-то себе, блядь. Вот уродцы. Ой, братуль. Ой, Василич, бездорожье. Александрович, как же нам проехать-то? Мы справимся. Я не знаю, может, вернемся? Братулец, может, вот здесь по середочке? Опять насрата. Я видел. Я преодолел бездорожье. А я тоже за тобой следующий. Догнал-то таки. 130. Я видел. Ух. Не растрепало тебе волосы-то. Ух, ужасная скорость. Ой, что же делать? Снова бездорожье. Опять. Как же быть? Ну, я не знаю. Может... Надо искать выход из положения. Может, шипатую резину поставим? Вот это ямочка. Вот куда-то ёбнулся кто-то, видишь, покрышка. Ага, на машине. Молодец. Молодец. Не пропустил отверстие. Да, нужно искать выход из положения. Бляха. Как же быть нам здесь теперь? Я вот там объеду. Это конкретное бездорожье. Да. Ты видел? Пол колеса скрывалось у меня. У меня по самое не балуйся было. На моем 70. 140. 140 ровно. Я обошел тебя. Так стоячего. Или лежачего, хер его знает. Ой, я поймал воблинг. Воблинг? Опять? Ты же его поймал 20 лет назад.
Это... Я застрял в траве, братулец. Что же нам сделать? Давай мы травинки вот так уберем, чтобы колесо крутило. Все, я проеду, хватит, братулец. Бери разгон. Я поехал. Заглох. Не сдал, заглох. Может быть, я попробую. Давай, братулец, пошел. А можем мы этот овраг преодолеть? Я здесь постою, а ты там едь. С братульцом тут не ездим, тут уже по пояс трава. Это не ю, это куриная слепота, выбрось, тьфу, кака! Братулец, давай, кто медленнее проедет. Давай. Я победил. Я победил, братулец! Победил! Ну давай сейчас! Давай! Давай! Только без наебки вот это все! Давай! Подожди, дай, заведи! Где здесь эта передача, которая не так? А, вот! Которая не передача, да? Не сдал! Блядь, да что ж тут? У меня заглохло! Вообще совсем заглох. Не могу вас поменять, Владимир. Я сам такой же. Что же мне делать? Может, зажигание выключено? Да нет уж. И у меня что-то. Вон, оп, это что? Вниз. Вниз включено. Сейчас починим. А я тут не сможешь быть. О, грязь надо убрать и поработает сразу. О, поехали. А, у тебя вилка заклинила, вот в чем дело. О, все, отлично. Погнали. Нихуя. Сейчас прожует. Все. Отлично. Вообще супер. Правильно. Давай, кто медит. Давай. Первый. Да. Я победил, братулец. Это у тебя был замедленный старт. Давай, вот смотри первый. Давай, не наеб. Давай, нормально. На холостых. Ну вот, я на холостых еду. Братулец, я медленнее тебя еду. Глянь, как медленно. Так ты обманываешь, смотри. Вот первое, смотри. И давай. Вот. А ты ноги убери. Ты меня победил, как всегда. Вот без ничего оно едет, само это, техническое устройство. Ой, бля! На перекур поедем, братулец. На перекур поедем. Что-то сифонит. Где-то вот здесь. Вот. Вот где поломка. А, открутилась, да.
нужно нам делать? Гайка цела. Цела. Она 20 рублей новая стоит. Давно мы здесь не были. О, здесь капает с дерева. Бляха-муха. Ой, она мокрая вся. Ой, как же хорошо. О, пердоли. Что видеть, а? Как же быть вообще? Ну, вот. Пишите комментарии, что видели. Не о том, что видели. Что же нам делать, а? Фух. Нет ключей, братан.